Белое мясо. Птица. Добыча на рублет. Я все видел. Варёный собрал. А тут, между прочим, две мертвые имеют. Я поставил, чтобы вычислить преступника. А на каком расстоянии вообще отталкивает тайфун Дэна? Что? Ну вон, смотри, видишь? Ну, там не написано, на каком расстоянии. На каком, типа, он работает? Ну, на какое типа расстояние могу найти отойти откинуть? Да. Хз, нет, не написано. А глура у нас кому нужно? А, ну радиус здесь 36 метров, то есть, по идее, на 36 метрах я могу его откинуть. То есть ты можешь на 36 метров подойти и еще мы. Ну да. Пойдется глура, нужна вару, который редвар. Ну, вот. Мне надо еще, воиду надо, гора. Нужна. Арбалет то же самое, по-моему, ему и мне надо. Ну, войду еще рано. Кил летать еще с плеча. Который двор уйдет. В смысле рано? Не, ну прикольно летают, прикольно ебто. Афоня слабо дракона подвинуть. Блять, подвинься, сука. Жирный, блядь. Смотри, подвинул. Ох, спек. Видел, да? Музов Ваги. И Кирс на несуществующий ВНХ. Митриус, тебе тоже нужен, да, Вага? В смысле? Ну, забирай. Видишь, сова может оттолкнуть и притянуть тоже. Бля, вы видели, как он... у нас сейчас какие пушки свободные? Митриус. Аркус. А, подожди, у нас Митриус, у нас есть вары. Он не нужен, Митриус, на офс? Аркус никому не нужен. Занят. Аркус занят, на него, блядь, три покупателя. Серьезно, Зара? Я сейчас вас обломаю и заберу на успех. На несуществующее бревно? Кислый, мы тебя заставим спекнуться в ордру на следующий. Кислый, да. Я вас всех обломаю и заберу аркс на мейн спек, потому что у меня рука не поднимается, в сердолике оттуда вытаскивать и вставлять аркнутые камни. Кислый. Кислород. Чё ты, Артемия, чё такое? Хочешь призвать покупателя на сундук? Хочу спросить, искать покупателя на Митриус, Крис и Прилив. Прилив кому-нибудь нужен? Я бы Митриус взял, у меня... Исаями, скорее всего, будет. Исаями нужен Прилив. Ну, по крайней мере, у него нету. А нужен или не нужен, я хз. Нужен. Вы видели? Они починили Синдру. Что починили? Она села и больше не взлетает. Давай я проверю, хочешь? Нет. А пока ты... А если подойти на Фагерец? Такой пухи слеча от 7 кайпа. Это кислород, объявляю. Если там бухану на офспек, ладно. Мирал, ты можешь луку прибавить? Прибавить сейчас. Давай. Так, лучше? Сейчас приду. Да, лучше. Кислый. Ну, он перекурил. Ушел, успокойся. Ген, ты тут? Есть кто-нибудь живой из Сопрот? Я купил. Чё? Сопрот? Кидай трейд. Пианиста, ты чё думаешь? Не отвлекай меня пока.
Там цыгане у него. Он там в караоке зажигает. Нет, я больше скажу, это не караоке, это стрим. А, это ты серьезно? Да. Цыгане у адмирала, господи. А, то есть пианист сейчас просто включил твой стрим, чтобы у него там была музычка, да? Да, он попросил скинуть ему. Вторую музыку. Или это Ленинград играет, я что-то не понял. В смысле Ленинград? Да кому интересно поплодилку? Сейчас по сердечку в Ленинград. Спецзаказ, так сказать, заказали. Слушай, под такую музычку синдру точно надо убивать. Там сейчас египтяне порутся все, да? Ребут, да. Сука, бесит. Нет, не ребут. Да нет, Артемий, у меня Зара бегает. И планета тоже. Не ребут. Ну я вижу, вон три человека. Все равно бесит. Тупо исчезли. Привет, Красноярск. Добрый, бобровый вечер. У Маши всегда не падает, у нас всегда с тобой падает. Говоришь, покупка нового компа зарешила все? 165 головы обмен на саппорт. И 75 серебряных, да? Оф. 99. Знаешь почему? Потому что у нас с тобой ники не считается на Артемия Афоний. Поэтому мы с тобой отлетаем. Я думал, сказали, кто не сдохнет, можно не пить. Кстати, точно, Артемия. Сейчас, наверное, все персонажи с русскими буквами А повылетали. Вот суки. Я вообще-то Артемия. Я не вылетел. Ну ты на русскую А начинается у тебя же ник? Отчество. Ник твой персонажа как? Со мной? Да. Артемия. Ну первая буква подарение какая? Второй слог. А, эй. Жоп. Эй. То есть русская А, правильно? Эй. Или А английского у тебя? Это догадайся. Где буква А? Либо фамилия, имя, и у меня русская. У нас еще есть Азара в рейде. А он не в Красноярске. Ну, имя, ни фамилия, ни отчество не совпадают с ее ником. А количество Зара... резко выросло с 5 до 12. Это... А почему-то Йора не вылетит? Потому что у меня ник, у нее ник на ИХ начинается, Макс. Я буду должен. Но зато заканчивается на А. Ну и? Самое главное, на что начинается. Это как с какой стороны посмотреть. Айо. Сверху или снизу? Ой. Так он что, пусть включит стрим сюда хоть. Чем мой стрим не устраивает? Музыка не устраивает? Стрим блендера хочешь? Зачем? Не знаю, мне даже интересно, когда будет выглядеть. Адмирал, тебе за уже целых 11 смотрят, да? Да, было 5, стало 11 после одного запроса. 7 египтян. Минус уши нахуй. А что, тебя египтяне смотрят? Пианист стрим в кафе крутит. И все под него танцуют. Кислый. Останови. Кислый, я тебя не отстану. Мне кажется, кислый тебя замутил. Кислого. Есть кто еще в Кайле, Ядна? Уважаемая сова.
А чё с Индра не улетел? Борисовна, адмирал. Я тут. Понял. Можно это... Сопроты. Рыбка. Да, рыбку бы обновить. Ставлю рыбку. Справа. Мафа тоже можно обновить, в принципе. Мозер, поделаем себе ничего-нибудь ночью. Она с кремлением сидеть. А что вас собралась сделать? Что-нибудь. Можно и Сашку сходить, каржанчик. Босса с этой стороны начнем бить, а потом нет, все перебежим просто. Нурглет поворачивается, а мы пробегаем сквозь нее. Ну не так вообще. Все поели, все забафнулись. А может она сейчас не пуля? Отсчет. Ну, заруби АФК, пожалуйста. Первым квадратик бежит и разворачивает. А, чё отсчет? Не пулится, пробегать. А. О, кто-то я... Ворот. Поворачивай. Не стакайте за... Лут поменять сразу, пока ничего не делать. Бегите. Не слева далеко. Справа. Аккуратно глыбу собьете. Не разбивайте глыбу. Последний летит, а вы разбили, блядь. Прячьтесь быстрее. Заеби. О, не сам не спрятался. Подним... В смысле не спрятался? Вон где, видишь ли? Кто-то, блядь, пидор меня подставил. Монородки своями, да. Аккуратно хуй вот у чекилов, освобожденки. Лапа, обновите. Подойдите к боссу. Не надо советы с опозданием. Освобожденки. Что ж это за нахуй? Афонь, коник, БР. Очень сильно слева. Рейдж на метку. В центре. Янис, ты с опозданием говоришь. Леш, не надо, да, пожалуйста. Отвлекает. Леви. Он тебя стрим задерживает? Да. Секунд на 7. Задерживается. Не бывает не задерживающих. Очень справа. Разбивать. Поднимаю конника. Не выносите, пожалуйста, метки настолько далеко. Опять рехала освобожденка.
Стоп, ДПС. Стоп. Первый на центр, да? Да. Влево, влево первый. Веру. Блин, дай я восхожден. По фоне влево. Вообще освобожденку не дергай. В два вперед. Тотем. Чуть-чуть левее. Ждем притяжку. Это походу я вас лапаю. У меня висит все. Обалденно. Что это было? И танк уронили. Я вижу. И там куча еще и было. Близко. Но я не чтобы не выбегать на этой фазе. Ребята, да. Глыба спасает от плевков. От накладывания стаков на второй фазе. Но от волны, которая идет после притяжки, она не спасает. Не надо сжаться к глыбе. После. Да, нормально я вынес. Я вынес вот как раз. Нет, где-то. Там я не поставил. За просто подошли близко к глыбе. 25 метров идет эта волна. Возле глыбы стоять нельзя. Ставлю рыбу. Слева. Чё танка-то не прохилили? Ну я в освобождёнке была, я хожу. Чё, в 5 килов? Да. Лёх, видно же, он да, на стриме. Да, ну мы в 5 килов. Удачи. Гифк спекайся. 2 кило было из... В освобожденке, в принципе, 3. Там оставался АДЦ и РДРУ. Просто никто не вышел. Все за глыбы спрятались. Так, Нурглед. Что? Нурглед, сейчас хорошо. Кажется, я понял, чем пахнет. Просто чему-то одень, пожалуйста. Иди сюда. Рыба сейчас стоит? Если это снимаю. Последняя освобожденка, после которой сдох Нурглед, были в освобожденке я и Тортик. Из хилов. Я очень сильно просяжен рейд. Я вот не понял вот это вот действие сейчас. У меня не хватит мастерства, если я сейчас одену фрустшмот. Ничего страшного. Хорошо, ледяным ударом я бить не буду. Нонсет, пояс, ступни, можешь одеть спокойно. Ой, сапоги, кольцо. Ступни мне дадут. Ступни мастерство и пояс не дает. А суки ты, как я выбью. Тапки с целка. И че я в медведя скидываю? Пофигу мне на мастерство, там что-то ж не хватает. Потому что если у меня идет удар парирования, щит, я на себя не накладываю. Нурглед, мы без хэпала. Тебя не будут доставать очень долгое время, если мы будем прятаться... Одевай фрустшмот. Ты беспокоишься за агро, на пулю тебя по КД. Да при чем тут агро? У меня просто не будет абсорба. Ну видишь, не спасло. Натуре, пестру надевай. Шкаф. Эту пестру, ну, вставай быстро. Блять, там челик, память в кражан, оп,
типа нужна. А я прочитал в Казахстан. Оп, нужно 2 хила. Таран. Кава, твой где хороший? Поставьте джиста, Валина. Не откатилась, я поставлю. Ген. Желающие на замену есть? Да. Сантей, ты демон, никуда ты не денешь. Я могу выйти. Вон, Зара. Все, ворот. На замену Френзика с ума. Нурглет, ты колодец сам прожимаешь или он тебя сам хилит? Не прожимаю. Элбил. Не? Или прожимаешь? Не. Он тебя отхилил на 80 тысяч сам. Зара, портуйся. Если ты будешь прожимать портал на него, он тебе по 20к будет хилить раз в 5 секунд. Заходи, и попробуй потанчить. И потыкать щековой из-под тачу. Просаживайся на 70%, если видишь, что у нас куда-то там заглыб был, еще что-то, прожми один раз, он 3-4 раза по тебе тикнет. Ох уж эти танцы с бубном. Ой, извините, с колодцами. Знаешь, как по 220 тысяч хп, это немало. Да не, Серёга, у тебя колодец, он охерел. Просто, блядь, это так непривычно, ты даже не представляешь. Последний раз прожимал колодец, не знаю, на 60 уровне, блядь. Зато как он хилит. Эрдрушная охота нервно курит в стороне. Адмирал, тебе еще задача поставить в процентном соотношении этот ХП-босс. А так у меня же вроде так оно и есть. То есть, вот типа 100% и количество. Или в смысле ДБМный те проценты? ДБМный, который сверху. Сколько резиста надо? 400 тебе хватит, 500. 492 пойдет? Хватит. Так, давай диктуй где. Хуй. Процентов Void, где включить? Дейдры. Готов, подожди. Адмирал, где процентов включить, ты не знаешь? Это ДБМ. Кнопочка справа. Да. 70% здоровья, все. Где она? Бурглет пошел. Леха, дели на 100. Клок, друид. Так нормально ли? Чё, Ген, курим? Да, всё. Да рот ебал. Бежали, бежали.
Гифка, я убрал БР. У меня есть БР, что? Бах. По центральному. Скоро вторая. Гера. Да вы чё, ёпт. Борис у нас откатил ДЦшку. Мне лагает немного. Нам нужен хил. Я стараюсь очень много. Ушли от центра. Элдри, дай нас бах, пожалуйста. Ты ебаный в рот. Сейчас будет притяжка. Центр, стали за глыбу. Серег, сейчас улетишь. Да, блин, это за хер. Меня уже заменили. Налево. Все, бездна налево. Разбейте, задохнется. Сейчас сразу в центр и сразу притяжка будет. Все, ждите притяжку. Люблю, давай к нам. Фото поднимать надо. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Далеко откинуло. Нет, Борисовна. А въезде, может, убьем? Блядь,
Ход, скажи, пожалуйста, по сколько стаков ты набираешь? Помногу. Помногу? Молодец. Да, они на одну треть, когда начинают меня дамажить, я с кошем скидываю. Я не залагал, я не услышал ДБМ. Я не от стаков умер, я не успел прожать. То есть я прожал, ну... Я там стоял в стороне, хилил до 11 стаков, потом убежал в сторону, чтоб меня не затянуло к вам. И на 15 стаках меня сбрило просто уже дальше. Я скажу так. Вижу больше 5 стаков в каком-нибудь милике. Это соточка. Мне похуй, что вы рогер. Не умеете нормально, блядь, набирать стаки? Ресники? Я далеко лежу. Хантам, это относится? Эхо, блядь, сейчас она запустит. Вставай, Элбрил. Вставай, присумой. Хуйня, типа, там набираете, у вас все нормально. А ей ГПшка не будет? Окей. Будет, Борисовна, сама? Сама. Шкаф поставь. А вообще, кстати, глыбы стали бить, а не босс. Плюс хватит спать, блядь. Что за смерть постоянно? Хотя за смерть, блядь, тяжкие? Что за смерть это? Что за невынос метки, блядь? У тебя ДБМ, блядь, не орёт, не включен или что? Да не он включен, просто, блядь, очень много флуда. Флуда не было. Совсем. С Элбрилом разбирались, почему Элбрил стоит какой где-то в ебенях, начали орать, начали что-то говорить, в итоге я прослушал. Ну стоит он там, стоит, сдохнет, получит. Ну орать-то зачем для этого, что-то разговаривать, озвучивать чего-то. Стоит, да хуй бы с ним стоял. Потому что начался этот балаган про Элбрила, я не расслышала ДБМ. Я начислил себе на мейна ГП. У тебя метка стоит, метка отображается в килботе или в воду. Я сдохну, я еще буду 10 секунд хилить танка стоять и рейд в стороне, и никого бить не буду. Дайте мне вообще СС, я еще раз встану, потом еще раз сдохну, еще раз буду хилить стоять, когда вы под освобожденкой будете. Сантай, дай ему СС. Вообще СС можно давать и в призрака, точнее ангела. Если релогаюсь, там, это, в надежде, что жопа пройдет. Просто сказали, нужен хил, я ушел в сторону с освобожденкой хилить, все. А притянуло бы меня в рейд, я бы всех убил. Поэтому убежал за танка, да. Настя релогается. Меня что, в дискорде тоже плохо слышно? Это интернет, значит? Слышно тебя, слышно. Давайте, я сейчас тоже релогнуть смогу, у меня должна это прийти. Премиум. Релогаешься? Да, сейчас быстро захожу. У меня еще один вопрос. И почему, кстати, что ты мне пишешь? Вы не даете ГП тем, кто умирает, допустим, там от притяжки, еще чего-то. Ой, не подогревай конфликт. Нет, просто как бы несправедливо, знаете, вы на первом бою. Так, а сами умираете, да, и я знаю. Да. Вот сейчас вспомнить, кто там умирал от притяжки. Я умирал на планах. Мне начислить можешь. Пианист, у тебя же все записано. Там Коника сам писал, что он в первой своей смерти сам виноват и попросил ему ГП начислить. Два приста плюс два роги косячил. В чем? Не волнуйтесь, пианист зайдет после рейда, всем начислит. Да или нет, или самим мы разберем. Да стрим есть, там все видно. Стрим есть, просто начислится это или нет, вот что вопрос. Я сейчас не могу все сразу считать, кто тут сдох, сколько. Смотри,
Если будет время, начислю. Если не будет, стрим тебя скину, ты просто ну, сам. Смотрите, сразу желательно, потому что вы потом забудете это. Не забудем. Все готовы, пошел на руку. Все равно. Геро. Быстро переводим. Не дамажьте, сейчас будет вторая фаза. Ну все, вторая, все что правильно. Будет? Стаками не хлопайте. Thank you.
Мозер. Аккуратно, 4 хила освобожден. Отходите, отходите. За тебя. Инопланетянин. Да убивайте его. Народ, отойди и выйди. Пешка. Ну, блядь, завис. Убили. Сталик. Пианист. Тут? Да. Дай мне спицу. Мы убили. Что еще раз? Ну, ты стрим смотрел. Но... Кто сколько раз? Кто это сейчас разваливает? Я. Смерть интересует? От притяжки и от плевка. Коника. Сейчас. Блять. Подожди, мы разрулим сейчас. У Лены есть макрос, но плюс 100 ставь. 100 сейчас обратно как. Осколок есть? Да, вроде был. Есть. Ты его видишь, да, Илья? Так, сек, я его... Что-то мне забавился. Не сейчас. Че, перечисляйте, нет? Сейчас. У меня почему-то не, ну, забагался аддон. Я сейчас все скину. Давай, коник. Ход. Ход. Элбрил. Элбрил. Настя. Настя. По остальным спорные моменты. Хисаями, я помню, был самый первый. Ну там спорный момент. Первый же притяжки он взял. Или плевка. Никто бы его бы не разбивал. От плевка. От плевка. Там, когда Афония и Хисаями сдохли, там спорный момент, там глыбу разбили. Я про первый пул самый. Первого пула я не смотрел. Типа, я смотрел уже второй и третий. Сейчас бы Талик Гернов спек забивать. Я бы начистил некоторым РГБшникам, блядь, за то, что на первых пулах просто разбивали нахер. Глыба упала, блядь, глыбу разбили, блядь, Афония... И при этом вся РДД пати, которая стояла, там три глыбы, блядь, разбили до четвертого падения. Алло, вы чё, наркоманы, что ли? Чё вы курите? Но так как у нас рейд был первый, там просто, ну, надо перестать так делать. Так стрим идёт же. Посмотри стрим, да впиши. Я релок быстренько. Да, дай лутера на это, на силу бездны. За разбитую глыбу начисляют, а начисляют 7 ДД. Да.
смысле всем ДД? В прямом. За это у нас групповая ответственность. Значит, если какой-то там разбивает, значит все получают ДД, да? Да, потому что ты не проверишь, кто именно разбивает. Ну, по секунду. Стриму же можем посмотреть, по стриму нет? Можно посмотреть, ну, от кого. От кого ну, летит? Там 100% накажете этих там людей. От кого летит, можно выглядеть. Ой, блядь, адмирал, ты увидишь там просто пару ДД, блядь, которые там находились. И по поводу РДД ты не докажешь ни в коем случае. Ходки, один дотки. Момент. Один момент. Потом лича убьете, разберемся. Все, давайте. Уже же было такое. Звездопад отдает только когда падает четвертая. Народ. Звездопад только потом жмет. Я бы сказал, а чего там, но я сомневаюсь. А, звездным. Что-то, сори, да. Звездопад показался. Борис, он сейчас все нормально? Да, я... Разрулил или у тебя все? Да, все разрулил. Что, все на успех ушло? Угу. Давай, где твой макрос? Плюс 100, вытаскивай. Сейчас, сейчас, погоди, я тут что-то отменил. А, себе и отменила ГП. Блядь. Нормально. Сейчас это так, себе, да. Так, я на тупость же, да, я это типа как тупость уже шла, да, это меня заставили. Так, значит, на тупость. Не забудь, давай, диктуй, потом я себе начислю. Коника. Так, соточка? Да. Дальше. Ход. Дальше. Лево. Дальше. Дейрдре. Дальше. Сейчас воян. Дальше. Все, что дал мне пиздец. Санты. Вы меня суманите, пожалуйста. Шкаф. Боюсь через валик идти. Рейды вайпы, как обещал. У меня лаги идут. Шапку друидам обновить. Можно народ, напоминаю, если кого-то сейчас увижу, кто будет на этот, на фазе, на второй фазе, когда смежный каст идет, впереди лича стоять перед личом и полетит в другую сторону, я начислю. Реально. Уже это задолбало. Каждое, блядь, РТ, каждое, блядь, убийство лича, у нас кто-то стоит, блядь, перед лицом лича. Хотя там вообще не должен стоять. По правую и левую сторону должны стоять. И вы улетаете отдельно, блядь, в другую сторону. Хватит уже стоять, блядь, перед лечом. Стойте, блядь, левее, правее, немножко позади. Чтобы улетали все вальки в одну сторону. Так намного проще, так намного быстрее. Каски разбавить. И смотрите на гро. На гневных плюс смотрите ловушки. Касается мили-зоны. Полина, что не хочешь? Тут собаки. Правильно. Что на там говорит? Тут говорит мне. Мне периодически тут лаги. Сейчас. Просто как меня выкинул. Умер в лес.
Сейчас все нормально. Не знаю, что будет через 5 минут. Пианист. Скилл, он тут. Да, здесь. Нормально все нахуй? Ну да. Блять, на замену скилл, он, блядь, в танк. Сумунец. Скиллан, как это ЦВК-25 обычка? Меня после 17 базам заменял, спросил у него. Я у матери на работе был. Пианист. Что? Кто сферы на перефазе бьет? РДД. Ну типа можно плеча туннелить? Раз, два, три. Ты с Мозером, если только... И то по очереди. Отдадите на пол сначала на этого, потом бить. Гневного отдадите на пол, потом бить. На пулы, чтобы отдавали просто. Все. То можете бить. Адмирал, с деталями в приоритете по сферам работать. Надеюсь, в тему там начался. Затерялся так незаметно. Так я 800 получил, вагабонд, еще в начале, когда палку. Сейчас косарь. Что, я пообъявляю тогда? Надо. Зачем? Хотя, или ты хочешь... Все, не, все. Не надо. Мы сейчас обославливались еще на прошлом КД, что никто ничего объявлять не будет. Есть сопротов, он. Что-то мне 9 минут осталось. Есть со мной, у меня нету нихуя. Запретили объявлять. Завалили лица. Может, и выключить. Сколько фаз не объявляем? Первую, вторую, третью пообъявляешь.
Мэндж немножко наберите, скучно очень стоит. Кто сейчас забирает? Ты. Гера же сейчас, да? Да. Алло, блядь. В трусах. Хилы наносите, если вы в вальпах. Там все пропало. Это 250. Да. Это да. Хо-хо это там делал? У тебя ДБМ, блядь, не стоит или что? Все стоит у меня. У меня то лагает, то не лагает. Я сориентировался, что, блядь, возле Ильича никого, кроме тебя, нету. Не судьба? Может, что-то странное, блядь? Я всегда стоял возле босса, никогда никуда не отходил. Всегда успел на спринтах убежать. То же самое с синдроем. Да просто простоял секунды полторы с черепом немножко. И чуть позже спринты допрожил. Да у меня вообще ничего не отобразилось. Я только лужи увидел. Не смежная даже с Пермини попадает. Разлитая в центре, это сильно. После смежного осквернения идет сразу же другое осквернение. Поэтому там просто... Осквернение выбиваем, валя. Подъем. Блин, начислила. Сейчас. Скилл, он что-то от меня хочет. Баф. Увеличим ставки. Следующее осквернение посередине. 1000.
Его там вообще быть не должно априори. При любых условиях. Смежный каст, не смежный, блять. Оскорбление никогда в середине не должно развиваться. Друидов, забафайте еще раз, Френзик только что из портала вышел. Если только оно не на танке. И то, Аскелон, немножко этот правее и левее отводи леча, чтобы если даже на тебя далось осквернение, оно не было в середине. Друид, дайте каску кулаку. Каску по френзику. По любому друиду. Кулак, дай.